Да-да-да-да-да-да-да-да-дам. Здрасте. Здрасте. Давно не виделись. Всем привет, ребята. Да, мы снова в Самаре. Снова этап чемпионата Drift Dead. Как чемпионат называется правильно? Drift Dead. Drift Dead, да. Одновременно чемпионат, который учит дрифту и произношению. Итак, у нас финальный этап. У нас необычная конфигурация. В этот раз будет очень интересная такая с пересечением, значит, конфигурация. Пилоты будут разгоняться по длинному, насколько это возможно, этой площадке разгону, ставятся вдоль блоков аутсайд-зона. Значит, здесь внешний ТГ, сюда внешний ТГ, супер длинная Ирвиндейловская аутсайд-зона, еще одна ТГ-4, потом внутренний ТГ и снова возвращение. То есть много бетона, много дыма, много дрифта, и очень хотелось бы, чтобы было мало дождя, поэтому мы с надеждой держим пальчики крестиком. Я и хотел, чтобы мало дождя было, да. В общем, начинаем сегодня тренировки. Вот все, что вам нужно знать о погоде в Самаре. Я не знаю, чем я провинился перед Самарой, но Самара, я даже пел песню тебе «Самара, городок беспокойный я». Ну что такое? Почему? Почему опять такая погода? Ну ладно. Обещают завтра сухо. Ну, черт возьми, сегодня опять холодно, опять дождь. Мы начинаем судейскую квалификации. Идем на вышку. Любовь зарядила дожди, пистолеты, любовь зарядила.